На котельной СЭМС в результате проведения гидравлических испытаний произошел прорыв трубопровода горячего водоснабжения. Без воды остались 44 многоквартирных дома, а также школы и два детских сада на улице Вертлинская. Вот там вот дырка. В трубе? Ну да, вон это самое. Угу. Теперь будет замена. То есть в трубе была дырка, вы трубу как бы, что там, распилили, да, ага. И сейчас будем варить другую новую. На место аварии незамедлительно выехали специалисты аварийно-восстановительной службы совместно с заместителем главы администрации округа Александром Максимовым. Чтобы убедиться в том, что действительно котельная готова, перестраховались, сделали дополнительные гидравлические испытания. В результате этого произошел прорыв трубопровода обратного в котельную диаметром 300. Поэтому на сегодняшний момент времени, чтобы таких инцидентов не получалось, лучше это произойдет в теплое время суток, то есть в время года и в светлое время суток, чем это произойдет ночью и холодной зимой. Поэтому на данный момент в течение 5 часов эту аварию устранят. Дополнительные бригады сюда еще будут доставлены. Все работы планируют завершить до 8 часов сегодняшнего вечера, и горячая вода вернется в жилые дома. Екатерина Косевич, Оксана Зенкина, Мария Новицкая. Наше время.